Привет, мои хорошие, с вами Селена Свей, и сегодня я хочу показать вам свою коллекцию, новую коллекцию костюмов на весну. На самом деле, может быть, кто-то уже знает, что я фанат костюмов, и если мне говорить, выбери кофточку, или платьице, или еще что-либо, я всегда выберу костюм с коротким или с длинным рукавом, потому что я считаю, что это вообще... Костюм вообще это стильно, верх-низ сочетается, не нужно думать ни о чем. Еще я люблю, чтобы вещи не мялись, поэтому большинство костюмов, которые у меня, не мнутся. Я люблю яркие вещи, да, и плюс всегда кофточки можно сочетать еще с чем-нибудь другим. В общем, это такое, знаете, два в одном, и я не знаю, я люблю костюмы. Это удобно, быстро, легко. В общем, я хочу рассказать вам о своей... Не рассказать, а показать вам свою коллекцию костюмов. И сейчас приступим. А вы выбирайте, что нравится вам, комментируйте. Я жду ваши комментарии внизу. Поехали! Этот костюм могу сказать, что он мне очень нравится тем, что здесь очень приятная ткань, похожа на хлопок, но на самом деле на сайте все написано, из чего состоит, и, кстати, читайте отзывы. То, что это желтый прекрасный такой цвет, и мне кажется, он дополняет розовый, он для блондинок хорошо, короче, желтый для всего хорошо, он для брюнеток, для блондинок, для всех цветов хорошо, может, даже для рыжих. Для рыжих, смотря только какой цвет. Главное, чтобы он был не желто-рыжий. Хотя это тоже классно, да? Леди желтая. Леди желток. Тоже очень свободный костюмчик. Здесь, кстати, на весну и на лето вот эта вот продуваечка такая. Очень классная. Этот костюм могу сказать, что мне здесь нравятся вот эти штучки, вот эти вот дырочки. Здесь все продувается. Даже пока я хожу по квартире, а мне жарко, я прям чувствую, как холодок вот у меня по рукам и ногам. Мне нравится, что здесь змейка. Ткань на самом деле очень приятная. Она прям вот, мне кажется, на хлопок вообще похожа. Но она при этом тянется. И штаники очень свободные и классные. Вот мне кажется, ну, я была блондинка, когда покупала этот костюм, но мне кажется, что и под этот цвет тоже достаточно красиво. Какая-то такая вся вообще просто бордо. Женщина-бордо. Про этот костюм. Я люблю яркие цвета. У меня есть такой розовый. Я увидела этот оранжевый и думаю, о, будет моим. Очень классный тоже, очень свободный. Мне нравится, что здесь вот так вот немножечко видно живот. И как раз я чуть похудею, будет отлично. Вот, надпись вот эта. Ну, он достаточно легкий. Он, конечно, уже на хлопок не смахивает, но у него тоже очень приятная ткань. И, честно говоря, ну, меня абсолютно не раздражает кожу никак. Я чувствую себя в нем очень комфортно и легко. Что могу сказать про этот костюм? Это вообще шикардосный костюм. Я когда его одела, это первое, что я прям вообще вау-вау. С первого взгляда я его полюбила. Мне он очень нравится. Значит, здесь идет такая приятная ткань, а здесь идет вот такой вот гипюр, как бы, знаете, вот. И штаны полностью вот такие. Они, кстати, вот здесь у нас зауженные на резиночке. Что очень, кстати, комфортно. И вообще, я не люблю, когда резинка такая прям плотная, сжимает. Здесь она очень свободненькая и очень классная. Короче, этот костюм просто для меня шик-пришик.
Шик-при-шик. Тем более бежевый. Вообще, я как блондинка, мне говорили, что мне идут бежевые цвета, поэтому я покупала. Но сейчас я пока не блондинка. Ну, к розовому тоже вроде бы хорошо бежевый. Так что, такие дела. Можно сказать про этот костюм, это вообще хит сезона у меня. У меня белых костюмов не было, и я хотела очень давно. Сейчас модный костюм, который вот так вот ничем не закрывается, свободненький вот такой. Брюки здесь просто идеального кроя, потому что они сидят прямо по фигурке, эти стрелочки вообще идеальные, длина идеальная, прям просто каблучок одеваешь, и все супер-пупер. Я подкатываю рукавчик, мне так нравится больше. Ткань очень хорошая, и что я заметила, что она очень легко гладится. Я отпаривала вот этот костюм только и желтенький кофточку отпаривала отпаривателем. Ну, просто утюжок отпариватель. Это очень быстро все отпаривается и легко. Потому я безумно довольна. Ну и последняя вещь. Ну и просто невозможно сказать об этой супер-мега толстовочке с хэштегом «Я любовь». Ну как я могла себе такое не взять? Смотрите, какой у нее необычный капюшон, у нее необычный покрой. И, кстати, если берешь эту, то от нее отчисляются еще и пожертвования в детский дом. Так что, ну, в общем, нуждающимся. Так что купите такую футболку, помогите людям, называется. Мне кажется, это очень благое дело. Но еще и пошито, это очень круто. Эта ткань нереально крутая и приятная к телу. И снутри, и снаружи. Я кайфую. Я любовь, хэштег, вообще, мне кажется, просто мир будет светлее и любимее. Выглядит она вот так. Здесь она вот такая вот. Замечательная просто. Я от нее тащусь и кайфую. Естественно, блондинка, и она, конечно, сюда больше подходит, не под розовые волосы. Но я думаю, что с розовыми волосами вообще все ярко. Я просто такая яркая вся, да? Но волосы у меня подсмоются, и будут у меня вот такие потом розовые. Потом другие. Ну, посмотрим. Я, ну, как бы не отказываюсь носить, я все равно даже буду с розовыми волосами носить это. Потому что это крутая штука. Ну и что, все, мои хорошие, я с вами всем поделилась. Я надеюсь, вам что-то понравилось. Все это я приобретала в магазине Гипюр. Ссылку, естественно, оставлю внизу. Это очень классный магазин. Уже давно-давно мы как-то с Кристинкой даже и с ее сестрой заказывали там покупки. Там можно купить как оптом, будет намного дешевле. А можно купить и в розницу, кто не собирается брать много одежды. Все там на официальном сайте есть. Очень много информации, очень много всего интересного, поэтому проходите, смотрите. Я думаю, что вы найдете там одежды море, море. Все, дорогие мои, я с вами прощаюсь. До следующего видео. Подписки, лайки, комментарии. Это обязательно. А с вами была я, Селена Свей. Пока-пока.